Всем привет! Ну что, вот я и вернулся на Easy Drop. Как я вчера и говорил, да, что сегодня будет другой сайт. Force я вчера официально послал. И сегодня на Изике мы будем мучить вот этот кейс. Кейс граффити. Там мне кто-то из подписчиков писал, что хотел бы, чтобы я проверил этот кейс. Вот сегодня мы его и будем проверять. Ну, по традиции, разомнемся мы из бесплатного кейса. На баланс я закинул, да, то есть у меня есть бесплатные доступные кейсы. Ну как, колесо я могу вообще крутануть, нет? И, так, а что опять за бонусы у меня? У вас есть неиспользованный... Подожди, давай глянем, что за бонус у меня есть. А то... Ой, последняя. Так, что, у меня есть скин, да? У меня есть скин, получить мне его надо. А вот оно, что, да? А, это я, по-моему, вчера, короче, крутил колесо. Сперва мне выпал вот этот 25, потом я думаю, а, в пин... А, не, вот этот выпал, короче, думаю. Выпал мне вот этот только. Кручу, мне два скина выпало, короче, думаю. А, в пинду, крутану еще раз. Кручу, один скин выпадает. В общем, это, что-то это, скин какой-то выпал. Давай посмотрим. Балабас, да? То есть ты мне не даешь никак на это, на зрителя крутануть. Ну давай фрикейсом разомнемся, посмотрим. Посмотрим, что у нас тут произошло за время моего отсутствия. А не был я тут примерно 9 дней там, да? Алоха. Ну, это ж вы знаете, что алоха для лоха. Поэтому мы ее сразу продаем. Мы ее сразу продаем. Хотя вот та красненькая, которая там... Так, сверхновая. Уже что-то в интерес... Слушай, Изик, ты меня радуешь вообще. Нахуй я с тебя вообще уходил, блядь. Извиняюсь, ребята, за маты. Вот, потому что форс это просто, ну, может у меня там с ним так не сложилось. Ну, это опять алоха для лоха. Мы ее продадим, да? Вот, за те же самые, за 5 рублей. Вот, а что вообще мне там за скинчик-то всунули? Что мне там скинули за скин, доступный для продажи? То есть за 30 рублей скин там, за 30, да? То я это слеповат, не вижу ни хера. Так, ну за 30 рублей мы тогда его продадим, потому что он мне не нужен. Смотри, нормальное вот это, да, то есть вполне можно с это, вполне можно даже вывести и потом в каком-нибудь розыгрыше опять его это использовать там. Так, давай смотрим. Это 1 рубля до 19 и кейсы по раритетности. Граффити или граффити, похеру. Че, поскольку будем открывать? Давай, короче, по 3. По 3 обычно посмотрим, что он. Посмотрим, как пролетают мимо нас ножи. Сейчас насыпет мне говна, короче. Я, короче, в говно стикерах сегодня весь погрязну. Это будет просто что-то невероятное там, да? Погрязнуть король говно стикеров. А может, слушай, может, хер его с этими, блядь. По 3 тут. Я чувствую, меня Изик по 3 будет 2 часа мурыжить. Поэтому мы, скорее всего, наверное, давай-ка сейчас мы это... Вот так вот. Опа. Опаля. Тоже херня какая-то. Я просто вообще наклейки, я не знаю, что тут. Ну, попросили так попросили, что? Мне ж не сложно. Мне ж вообще не сложно, да? Давай по 10 сейчас рубанем, посмотрим, что он. Всяко... А я черт его знает. Ну, наклейки же там... Смотри, 6,66 какая наклеечка там, да? Если там за 8 рублей что-то там. Они мне, в принципе, нахер не нужны, эти наклейки-то. Я граффити-то в игре не использую. Ну, хотя, если какая-нибудь сочная там... О, смотри, а купили кейс, да? Мы даже кейсы купили. А я вот даже не знаю по граффити. То есть, вот от какой суммы там, если на крафт оставить или что там? От скольки там оставлять? Хер его знает. Так, что тут еще? 52. Я просто... Черт, вот в граффити я не знаю, конечно, как там. Как там? Как с граффити поступать в контракт там идет он не идет. Так, давай мы по 4 и по вот так вот открываем, чтобы вы тоже видели, как пролетают ножи, как пролетают ножи и как выпадает всякая серая балабасина. Так что, ребят, кстати, это не забываем, да, то есть или для новых зрителей 1 числа будет розыгрыш, в это воскресенье уже условия будут под видео, в описании под видео. Там всего там нужно там, в принципе, сделать 3 шага. Первые два это обязательно, это лайк нужно будет поставить там видео, которое будет по ссылке там, и быть подписчиком канала. Ну а так ради того, чтобы я понимал, какое количество принимает участие, можете в чате там потом написать, что выполнили условия, принимаете участие.
5 евро. Сука. Это ты вот... Вот это да. Прям было. Принимаете участие в розыгрыше. Я прям это... У меня дыхание замирает, когда он на всех парах вот так вот летит. И прям перед ножом там, знаете, как... Тормозит там аж это. Только дыма не видно, как он тормозит. Жестко ты, конечно. Жестко. Ну, форс не лучше, в принципе, там, да. Форс не лучше поступает. Здесь, по крайней мере, с бесплатного кейса уже там выпало что-то. А на форсе и этого там даже не падало. Пока что смотрите, то есть серость всякая, да, по наклейкам. Я черт его знает, даже как бы ни одной синенькой не выпало. То есть еще даже ни одной синенькой не выпало, уже половину баланса, в принципе, спустили. Ну вот тут синенькая выпадет, да. Хоть гляну, сколько синенький стоит. Сколько? 37 рублей стоит, да? И опять за 6,66. И за 5,50, вот. Слушай, давай, я по наклейкам просто не знаю, что, сколько там стоит. Поэтому я вот эту вот оставлю. Если что, мы контракт с нее запендюрим. Потому что суммы наклеек, может быть, они тут и по 40-то там. Потому что у нее потолок там. Не, контракт надо будет в любом случае запилить, даже со всякого там хлама и ширпотреба там, да, со всякого хлама. Ну тут опять синенькая, да, выпадет, ну это тоже что-то. А, смотри-ка, есть за 40 рублей наклейки, оказывается, есть там, да. Продаем, продаем, продаем. Даже за 40 рублей есть наклейки. Ну тут, тут... Куйня всякая выпала. Хотя купили. Хотя купили там, да? Хотя у меня звук-то вообще, микрофон включен. А то я как-то тут стримчик-то проводил, а мне потом подписчик говорит, а что ты, говорит, это, без звука-то проводишь? А я, падла, забыл микрофон включить. Полтора часа сижу, разговариваю, стрим там провожу такой. Общаюсь, думаю, что у меня там? У меня зрителей там что-то было, человека 3 даже на стриме. Я думаю, что так зрителей-то много, понять не могу. А это потому, что я молчал просто, понимаете? Говорить начинаю, разбегаются все сразу. Молчу когда, то есть народу больше смотрит. Я, конечно, прикалываюсь, ну, а может, это и так, правда, на самом деле, так и есть. Вот, ну, чё, наклеечки, серые, о, опс, серые наклеечки. Себе-то я, конечно, их оставлять не буду, они мне, эти граффити там нахер не нужны. Не, если какая-нибудь вот такая вот красненькая там выпадет, да, то есть, или фиолетовенькая, ну, их, в принципе, тоже можно же разыграть там, да. Есть же, наверное, те, кто, ну, по крайней мере, мне в пати всегда попадаются те, кто там граффити на стенах оставляет. А я как бы этим не это... Не болею. Поэтому мне они не втыкают. Но подписчик попросил, поэтому надо проверить. Хотя, хер его знает, сейчас как нож отсюда выпадет. Ну, я тогда прям это... Я прям тогда офигею. Что если... За 30 дней там с этого с ширпа нож не выпал, а если с наклейки выпадет, это... Бля, о, аж две, смотри, аж две синьки. Аж две синьки. Чё, блядь? За 85 рублей наклейка? Чё, ебанулись, что ли? И за 37, я хуею. Вот реально, вот смотрите, вот если сейчас посмотреть, я уже купил. То есть я купил то, что вкинул, то есть я уже бабки свои вернул. Вот и все. Вот и все, что я могу сказать. Вот вам весь изик. Вот и весь изик. Вот и все отличие от форс-дропа. То есть просто вот вы видите. Все отличие от форс-дропа. Пу-пу-пу-пам. Пам-пара-па-пам. Так, мы тогда что? По старинке, наверное, да? Как это? 10, 10 отставим. 10 оставим этих наклеечек там, да, и забубеним с них потом контракт. Ну, я, конечно, постараюсь до воскресенья. Я, наверное, сейчас до воскресенья. Ну, то есть я же не буду там один день вот этот проверять там, да. То есть я до воскресенья пооткрываю, наверное, вот этот кейс. Не до воскресенья, вернее. Еще завтра, послезавтра я вот этот кейс пооткрываю.
А потом я открою. Здесь какой-то кейс есть. Тайная, нет, или как он там называется? Армейская или что-то такое. Вот, я его открою. Потому что там тоже человек писал, подписчик. Говорит, попробуй там этот кейсик пооткрывать. Вот, я попробую его пооткрывать. Посмотрим там, что с него выйдет. Так, сейчас вот эту прокрутку и следующую я оставлю на говноконтракт. Я ее оставлю на говноконтракт. То есть посмотрим там, что мы сможем получить или поиметь там, да? Опачки. Ножички пролетают. И чё? Так, сколько? 12. Это значит на 2, да? Вот, на говноконтракт оставим. Может, там что выпадет. А интересно, если наклейки закидывать, там то наклейки будут? Или вообще без разницы там? Ну, сейчас вот как раз мы и проверим. Давай. Так, у нас есть вот эти дорогие наклейки. Ну, как дорогие там, относительно дорогие. И ровно 10 наклеек говняных. То есть, ну, на 60 рублей у нас получилось от 15 до 241. А здесь можно крестить, ставить букву. И давай покажешь, Изик, что ты круче форса. Покажи, докажи это. 22, да? Ну, как тебе сказать-то? Как тебе сказать-то? Ну, вот так вот как-то оно и есть. Ага. Вот это вот и вот это вот. Ну, в принципе, сейчас есть 5 предметов. Сверхновую, в принципе, можно будет тоже запендюрить в контракты. Ну, хотя, подожди, что ты это-то? Что ты сдуваешься? Ты же можешь еще сейчас вот 3 крутануть. Ты же можешь их 3 крутануть? Можешь. Конечно, можешь. Сейчас тебе там даже что-то выпадет с них. А все что-то, ну, естественно, серое вот это вот. Ну, тут две серых полоски, здесь без варианта, да? Либо одна, либо другая. Сколько ты тут? Все равно теперь ты 2 можешь открыть. Видишь? Ты идешь на уменьшение. Ты идешь на уменьшение. Серая. Ну давай, дотяни до синьки. Нет? Не хочешь? Не хочешь? Ты не хочешь до синьки. Ну все, тут даже на один не хватает. Давайте глянем, что. Вот. Зашел снова, в общем, получается, сегодня на изик. То есть 169, 37, 40, 80, 37. А, продать все. Сколько? На 377 рублей. Закинул 250. Закинул 250, на 377 он мне насыпал. То есть это, в принципе, можно запендюрить в контракты там, да. Можно там поапгрейдить. Ну, контрактами пока не везет особо. И я не вижу смысла то за 300 рублей контракт делать. Потому что там, ну, выпадет из скин. Так, ну-ка давай мы тогда, вот смотри, если мы контракты. А, это не те контракты. Это то, что я там по попытке предпринимал. То есть вот мы. Минималка от 75. Ну, ни о чем. Ни о чем вообще, да, то есть это ни о чем. Максималка 1100. Ну, максималку я слабо верю, а вот это мне верится очень хорошо. Поэтому за 70 рублей я не хочу, конечно, ничего делать. Вот, еще пооткрываем завтра-послезавтра этот кейс. А потом, так, вот про какой я там говорил-то кейс? Тайная. Вот этот, по-моему, случайно армейская. По-моему, мне про него подписчик говорил. Вот про вот это. А что из тебя вообще падает? По-моему, случайно армейская ты говорил пооткрывать. Ой, ёптать, сколько здесь всего. Даже не знаю, сколько здесь что стоит. Все синее. Как это одно от другого отличать? Хер его знает. Или не про это, или какое-то там мне засекреченное. Тут есть какой-то кейс или что. Я потом в комментариях найду, в общем, какой он там просил кейс открывать. Ну, в любом случае, завтра, послезавтра, все равно еще будем открывать мы наклеечки. А уже потом другой какой-то кейсик. Но пока что будем на изике. В общем, ребят, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и обязательно участвуйте в воскресном розыгрыше. Всем удачи, всем пока.